Вот сегодня с утра у нас вот такое вот горе. Дима пришел в коровник, у нас Тарочка. Непонятно вообще, что смогло произойти. Она вчера вечером буквально в 10 вечера ходила. Она кушала, стояла, все было нормально. Вечером хорошо молочка попила. Что могло произойти, вообще не понимаю. Сальма. А, это вишня. Вишенка. Не знаю, что в коровке у меня все витаминками проколоты. Я их проглистогонила по достижении 2 месяца. Что могло случиться вообще, даже не представлю себе. Малышки, что произошло? А? Я вообще не могу, наревелась уже. Задавить они не могли ее задавить, они все по разным местам. Вообще даже предположить не могу, что могло случиться. Полетели журавлики. Маленькая стайка. Сегодня у нас плюс 10 с самого утра. Все, весь снег растаял. Видимо, весна идет. Подснежники вовсю вылазят. Вот Дима приехал. Сыночка в садик отвозил. У меня руки опустились, вообще прям не могу, не знаю, за что браться. С утра хожу, отвлекаю себя.